Народный марш за Европу. В Лондоне около 50 тысяч человек вышли на протест против Брекзита. Вооружившись флагами ЕС и транспарантами, они прошли по центру столицы до офиса премьера на Даунинг-стрит 10 и дальше к парламенту. Участники акции приурочили этот марш к голосованию за документ, который отменяет действие законодательства ЕС на территории Соединенного Королевства. Его будут рассматривать в Палате общин в понедельник.